In winter, not everything is fine, and I think this is a vacation time. King Atomy with you, and I ordered that for you. Ну что, братва, холодновато зимой-то пока, поэтому нужно на южные берега, чтобы подлечить здоровье, да? Okay, so let's pull the snow. Тут мы снег очищаем, and here we will build a road. А тут дорогу делаем. I will build here a fort. Давайте здесь крепость построим. Just in case, просто на всякий случай. Okay, you dude, run away, чувак, уходи. And fire mag. Get closer. И огненный маг пусть ближе подойдет. Врагам сейчас огня насует. Yeah, fire mag is really nice. Огненный маг вообще хорошо себя показывал. Капитан, капитан. Your turn. Ваш. Show them how to fight. Покажите им, как сражаться. Because they don't know. Потому что они не знают. Okay, on that road everybody goes far. Вот это магистрали все двигаются сдалека. Хорошо очень, да. Блин, лечится пусть. So can I stand down? Можно ли его убрать? Я. Yeah. Yes, stand down, да. Давай отменим тебя пока. Okay, new workers, новые рабочие. And I need new mags. И нужны новые маги. Because I feel I don't have enough of them. Потому что я чувствую, что мне их недостаточно. Rename, давайте. Какой густец? Да еще галустян бы назвали бы. Бригада товарища Сталина. Okay, so this is Stalin Brigade. And that's, и это переименуем бригада товарища атомного. Okay, so this is my working brigade. Реро, блин, какое имя? Это не сказочно. Реро Лайн, it's not a fairy tale name. Риалган, вот это вот сказочное имя. Риалган, Риалган, that's really... The fairy tale name, okay. Riro Gear, Riro Gear, like, no, that's Roar, Roar Raccoon. Okay, Roar Raccoon. That's what his name would be. Его имя будет Raccoon. Okay, he can return. Этот может вернуться. Admit that. Тентакл. И давайте с осьминогом посражаемся. Не с осьминогом, а с тентаклом. Continue building. Продолжаем строить. Road, дорогу. Soon the spring will come. Скоро придет весна. No, they have cancelled the road. Они отменили строительство дороги. That's impossible to... Это невозможно. The bandits are coming. Бандиты идут. From all directions. Со всех направлений. And soon there would be a spring. А скоро будет весна. And they will manage to go even faster. Они смогут даже быстрее продвигаться. Окей, this pikeman can save the day. Этот пикинёр точно спасет день. Ну, я думаю, по крайней мере, пока. So, how strong he is? Насколько силен он будет? No, that's not strong enough. Это недостаточно силен. My officer, офицер. Help, please, those worker brigades. Пожалуйста, помогите бригаде товарища труда.
Okay, so that the Vimpel Brigade, Бригада Вимпела. These dudes are working. Эти ребята заняты, они работают. So let's light the fire. Ну давайте зажигать. Не, ну не будем мы тут танцевать. Убей мечом. That's good. Еще так и хорошо. Road, больше дорог. Окей, okay, we're close, мы близки. Kill the tentacle, убивай тентакля. Ребята. That archer could be also gaining experience. Этот лучник сверху тоже может опыт получить. And енец. No, ёлец. They're weird, like, you know German name. И какие-то странные германские имена. This would be renamed. Этот будет переименован. Поп. Попка дурак. So he is a wise man would be. Вот так. Вот он будет мудрецом у нас. Касабланка. Я не знаю, всем ли это смешно, но мне очень смешно, как это зовут Касабланка. I think that's funny when the mag is named Casablanca. I don't know the many people like understand the joke, but. But I think that's fun. Вот. Поэтому думаю, что это очень смешно. Когда волшебника зовут Касабланка. Okay, what we can do? Что мы еще можем сделать? We don't know what else we can build. Я даже не знаю, что мы еще можем построить. Never mind, нет, ничего не обращайте внимания. Where is my leader? Где мой лидер? He's healing. Он лечится. Okay. Definitely need some rest. Мы точно нужен отдых. So today we're gonna go. Сегодня мы пойдем. To rest at the sources. Отдохнем в каких-то источниках. Never mentioned in the books. В источниках, которые никогда не упоминались ни в каких книгах. Мы отдохнем в них. Where are those? Куда он полетел? Don't fly away. Да не лети ты далеко. Oh no, нет. Well, at least we have some civilization near our town. Ну, по крайней мере, есть какая-то цивилизация около нашего города. The far away the worse the situation. Чем дальше в лес, тем больше, блин, безобразия. And the spring has come, и пришла весна. So now it would be much faster. Все теперь ускорится. Can I kill him? Можно ли убить его? Okay, you can try, можно попробовать. Oh, you can try first, или сперва ты попробуешь. Okay, so this is the curer. Это у нас лечитель. Shadow smart and strong. Okay, he is curing and regenerating. Он лечит и регенерирует. Alchemist, alchemic. He is poisoning. Он отравляет. And he has regeneration. У него тоже есть регенерация. Healer or alchemist. Алхимик или лекарь? He has the healer can advance. Лекарь может продвигаться. Okay, so I want a healer. Хочу лекаря. Dudes, do we feel like we need to go back? Чуваки, а вам не кажется, что нам нужно как бы, ну, немножко назад двигаться?
Gates, build road. Давайте соединяем дорогами уже. This village is now connected with roads. Эта деревушка будет наконец соединена с дорогами, like here. И сюда тоже нужно будет дорога. Can I teleport? Могу ли я телепортироваться? Yeah, I can teleport to here. Да, я могу сюда телепортироваться, and move faster, и быстро передвинуться. So that's, I like, это мне нравится. Missed with all arrows, всеми стрелами промазал. And he killed him, он убил. Did not expect that, не ожидал этого. Please protect my archer. Пожалуйста, лучника защитите. Okay, I see some danger from the beneath. Вижу немного угроз-то снизу. Better roads, please. Пожалуйста, получше дороги. Окей, нормально. Идем here, сюда пошли. Actually, Meg also can support, I guess, there. По-моему, Мак тоже сюда может. Yeah, he can teleport. Да, он может телепортироваться. First farm. Первая ферма. Can I rename? А можно ли переименовать? Not naming that first farm, не называть ее первая ферма. Or I can add some... Или я могу метки добавить? Okay, let's remove. Давайте уберем метки. No, this is still first farm, это все еще у нас первая ферма. Okay, let's add, давайте установим. That would be like Светлоград. That would be the Lightgrad. Okay. With red, даже красненьким. That's nice. Это хорошо. Everybody moved, все подвигались. Looks like it. Ну, похоже на то. So now they can retreat. Теперь этим ребятам можно отступить. Oh, I forgot about the tree. Забыл о дереве. And about my necromant. Я некроманте забыл. War is killing the Jews. Кабаны убивают чуваку. No, нет! I want my pikeman to survive. Хочу пикинёр, чтобы выжил. Okay, that's enough. Этого достаточно, я думаю. They want to kill my mag. Мага хотят убить. And they killed, они убили его. They done what they want. Они сделали все, что хотели. Now they will pay for that. Теперь они за это заплатят. With their lives. Ихними жизнями. I'm not a necromancer. Я точно не некромант. And that's a coincidence that I'm taking payment in the lives. И это просто совпадение, что я беру как бы компенсацию жизнями чьими-то. Okay, build your road. Здесь дорогу проводим. And electricity. И электричество нужно будет проводить. More roads, пожалуйста, больше дорог.
Actually, we can upgrade that. По-моему, мы можем улучшить даже это. Пайкмен can only go up to heal. Пикинер может только наверх идти, чтобы лечиться. We go вот так вот. And fight the tree. И жгем дерево. Тимбур, убиваем. No, let's hit the tree. Давайте дерево бить. Oh. And we advanced, и мы улучшились. In any case, в любом случае. Okay. We now have a better fighter. У нас есть лучший боец. Build the road here. Давайте дорогу здесь сделаем. And let's build the hill village. Сделаем деревушку на... Там самым. Все, итак. How many fighters do I have? Сколько у меня есть бойцов? Enough to kill the enemies. Достаточно, чтобы убить врага. Это really nice, это уже хорошо. So, I believe in you, я верю в тебя. And my face was worse that. И моя вера была оправдана. But there is more enemies. Но врагов еще больше становится. And I can lose my... Everybody, я могу вообще всех своих чуваков потерять. Blocking, блокирую. This group, вот эта группа. Please retreat back to the base. Всем назад на базу. We're too far away. Мы слишком далеко. From the main like ground, от основного лагеря. Окей, ну нормально вроде. Волк ко мне идет к нам волчик. You won't receive some damage, хочет немного урона получить. Wars are not that easy. Кабанчики они не такие простые. Thank you for experience. Спасибо за опыт. And for the fresh meat, за свежее мясо. Zombies fighting with one another. Зомбаки друг против друга сражаются. Why the boar is appearing near my village? Почему? Крестьянин, ой, этот самый кабан появился около моего замка. Okay, they decided to attack my villagers. Решили крестьян атаковать. And my archer did not survive. И лучник не выжил, because he was stupid, потому что он был глуп. Undead, милорд. Мертвецы, милорд. Окей. Let's kill them. Давайте убьем их просто. Maces might be of more use. В общем, лучше используйте эти самые биты по ним. And I don't have them. А у меня их нету. And my fire mag is at the top. А мой огненный маг наверху. Like, you know, my dark adept has a good ability to be not in the battlefield. У моего темного адепта какая-то феноменальная способность не быть на поле боя. The road, дорога. Build the road, Jack. Дорога сама себя не построит. And a fire, огонь.
there would be a fried wolf. Будет жареный волк у нас сегодня. Dude, где тут вампирический мудак? Окей, that is a good sport. Отлично, пока у нас получается. What we can build here? А что мы здесь построим? Окей, we can build actually the road. Тут дорогу можно построить. To connect that with that road, с вот этой дорогой соединиться. And и... You go! Пошли в бой. That's your chance for advancement. Вот твой шанс на повышение. Ап, эти чуваки выходят наверх. And kill him, и убиваешь его. Really nice, просто прекрасно. So now I can help you. Теперь я могу помочь тебе. Freaking boar, долбаный блин кабан. Get over here, сюда пошли. What are you doing? Что ты здесь делаешь? Don't endanger my town. Не угрожай моему городку. I will endanger you. Я буду угрожать тебе. Yeah, this word, давайте мечом ему рубанем. Oh, he has actually this, у него есть вот этот. Спеш, давай добивай, значит. That's not an ordinary archer, это у нас непростой лучник. I forgot that, я забыл. And what happened next, что у нас дальше будет происходить? Let's see, ну посмотрим. The vampire is healing, вампир лечится себе потихоньку. King of boars is, I guess, not bored. Король свиней. Где-то там на границе теней стоит. Boar is capturing my town. Блин, кабан теперь захватывает. So they want to occupy. Они хотят захватить мою страну. They want to occupy my land. Okay, thank you for advancement. Спасибо за улучшение. So there is a group of pirates. Группа пиратов вышла. And gnomes, the gnomes. What do they want? А чего они хотят? Freaking no, твою мать нет! Oh no, that's bad. Вот это совсем плохо. Like the necromancer is trying to harass my town. Некроманты пытаются мою... There is more necromants, больше некромантов. Why you don't like my... town? Чё не нравится вам городок мой? I have a nice town, у меня прекрасный городок. Fire mag, огненный маг. Turn back, возвращайся назад. Some light on the vampire, немного света на вампира. Did not die, не умер, seriously, серьезно. So hit him, давай добьешь вот так вот. Okay, go here, сюда пошли. We need some better soldiers in our town. Нужно получше солдат в наш городок. So build road, делаем дорогу. And one more road, еще. Okay, not road, давайте не дорогу, but something to light the road, что-нибудь, чтобы осветить дорогу. Actually, I dislike what's happening here. Мне вообще не нравится, что здесь происходит. I hope you will not attack my sacrificial altar. Надеюсь, мой алтарь для жертвы ты не будешь атаковать, мудак. And my library, мою библиотеку. Protect the library. Защищаем библиотеку.
And soon that would be night. И скоро будет ночь. That's what I don't like. Это то, что мне не нравится. Fire, ближе к огню подходим. Это high chance, больше шанс. That's really bad. Вот это уже совсем плохо становится. Like you are not hitting at all, вообще не попадаешь. What you for? Зачем ты вообще нужен тогда? Магдад, маг мертв. I lost all the mags. Все магов, всех магов потерял. И сюда пошли. So, what he has? Что у него есть? Okay, let's bash it. Magic, давайте магии. Сразу. That's the hard situation. Ситуация-то сложна. Why the gnomes appear? Почему гномы появились? What they don't like? Что им не нравится? We created some mountain. Мы даже гору какую-то создали. Freaking boar, долбаный этот самый. Кабан. Good he's not hiring the force. Хорошо, что он не захватывает какие-то там войска. Бандитов нужно поубивать. Ну что я могу им сказать? Гномы же kill the spirit. Гномы разберутся с этим волком. Okay, нормально получилось. My mag need help. Магу сейчас нужна срочная помощь. She's fighting with the wall forces surrounded. Она вообще полностью окружена. Окей, one magazine. Один долбан мертв уже. Вот так. Зомби кинут. О. Зомби кого-то убил. No! Нет! What they burned? А что они сожгли? They burned archery or something. Они, по-моему, лучный двор сожгли. They're destroying my town. Они мой город жгут. Like, rah, how they can do. Как они смеют. I was like thinking that everything nice. Я думал, что все уже хорошо. But not that. Like that. Но все нехорошо. So here comes the night. Вот и ночь пришла. Can we bash them? Можем ли бить их? No, okay, so that's the only like good weapon. Это единственное хорошее оружие, которое мы можем противопоставить. I can only kill this dude. Вот этого чувака нужно убивать. Okay. The scum must have. Okay, we have received some gold. Немного золотишка получили, это хорошо. What do we use?
сюда пришли. Where is my soldiers? Где мои солдаты? Okay, back in town. Назад в город идем. We need repairs. Нам нужны серьезные ремонты. This freaking poor долбанный кабан, блин. Давай, лупи по нему. Nice. Excellent work. Отличная работа. We claim some reward. Немного награды забрали. And let's use magic. Давайте магию используем. Here, давайте сюда. Yeah, let's use magic. Давайте магию используем. Villagers, селяне. Regular home, защищаем наши дома. I'm near the promotion. Я рядом с повышением. And like my village is near the destruction. А вот мою силу рядом с сожжением, да. Fire mag will soon be advanced. Маг огненный скоро продвинется. Turn back, отступаем. Retreat, быстро отступаем. So yeah, good, my brigade advancing here. Хорошо, что моя бригада идет сюда. Because we need the defense, потому что нам нужна оборона с этой стороны. Okay. That's it. Ну, на этом все, как бы. The town is burning. Домик-то хорошо, городок-то хорошо горит. No, boar eating my brigade. Сейчас кабаны съедят мою бригаду. What's the brigade? А чё имя бригады-то носило? Прикол, я не помню. Bandits near Svetlograd. Бандит около Светлограда. Какая же на них будет награда? Gnomes, what you wanting, gnomes? No, the brigade is dead. Бригада мертва. I don't know who's dead brigade. Я даже не знаю, чья это была. Oh, so they decided to kill the boar. Решили этого самого убивать. That's nice help. Это отличная помощь. That totally will help me. Это серьезно мне поможет. Zombies are coming. Зомби идут. But I do not afraid that side. Но меня эта сторона пока не беспокоит вообще ни капли. So, итак, boar, кабан. Shooting with crossbow, давайте убиваем копьем этим самым богатым. Now we are talking, вот теперь поговорим. Archer, лучник. You're missing everything, ты все промахиваешься, да? Here, назад отойти. Use magic, давай магии. That how it need to be done. Вот так и нужно делать. Back my village, возвращаем деревушки. Ребятушки. That's the comrade Stalin brigade. Это товарищ. Okay, so that's Atom brigade. Это товарищ Atom. Lenin brigade also alive. Ленинская бригада также жива. What we can do here? Что мы можем здесь сделать? Equipment building, создание. Какие-нибудь тест, снова делаем. Все делают. Okay, they are replenishing the damage. Восстанавливают нанесенный урон.
And we have some strong knights. Есть сильные рыцари у нас здесь. Position. Занимаем позиции. Лидер advance, пусть лидер продвигается вперед. Back, слегка назад. Let this dude's done and need cure. Вот этим чувакам не нужно лечение. Did not hit at once. Вообще ни разу не попал. Bad dude. Плохой чувак. Okay, so... I need to end this episode. Нужно уже заканчивать этот эпизод. Что же нас дальше ждет? So what the next would wait us? On the next episode we'll tell. Только следующий эпизод расскажет. And I think the death of the Spikeman is really... can happen in next episode. Я думаю, смерть этого копейщика может произойти в следующем эпизоде. Вполне реально. Угу. Good day, мистер. Хорошо, что промазали.